Пророщенные зерна пшеницы стали основой для производства диетического хлеба. Новый сорт продукта выпускают в Якутске уже полгода. Как его готовят и какие у хлеба полезные свойства, узнала Галина Погодаева. Хлеб без муки. В Якутске уже несколько месяцев налажено производство нового сорта хлеба. В рецептуру полезного продукта входят семена пророщенной пшеницы и ржи. Следует отметить, что сырье для продукта используется местное, выращенное в селе Дюпся Усть-Алданского района и в поселке Маган. Для изготовления полезного хлеба без муки используются пророщенные пшеницы и рожь. Для этого зерна на 2 дня помещаются в воду температурой не ниже 29 градусов, что позволяет зерну дать ростки. После этого пророщенные зерна помещают в диспергатор, то есть специальную машину для измельчения. В итоге получается масса, в которую остается добавить растительное масло, соль, сахар, солод и специальную закваску. Как уверяют производители, аналогов на рынке республики нет. При этом продукт обладает множеством полезных свойств. Рекомендуется при диабете второй степени, допустим. Он стабилизирует и понижает сахар в крови. При анемии, допустим, у нас с помощью этого хлеба гемоглобин повышается. Так? Потом для желудочно-кишечного тракта очень полезный, потому что в одной булочке хлеба клетчатки, как в 5 килограмм яблок. Поэтому она проходит через кишечник и очищает, восстанавливает моторную функцию кишечника. Сейчас пекарня производит порядка 500 буханок в день, а со следующего года объемы планируется увеличить. С расширением производства хлеб станет дешевле в 2 раза. Надо сказать, что у продукта уже появились свои поклонники, которые регулярно приходят в лавку за булочкой свежего и полезного хлеба. В основном покупают пенсионеры и молодежь. Приезжают с других районов специально, потому что понимают, что хлеб как бы полезен для здоровья. За полгода работы пекарня получила признание и на российском уровне. Месяц назад продукция предприятия удостоилась серебряной медали на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Галина Погодаева, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.